четверг, 3 августа, умерла известная актриса Ирина Мирошниченко. Она скончалась в реанимации на 82-м году жизни. Актриса умерла, не приходя в сознание. В больницу она попала из-за осложненной формы гриппа. Ирина Петровна заболела. Еще 24 июля неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. В воскресенье ее экстренно положили в больницу, где актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и осложнение. Пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию. Сообщают источники из больницы. Предварительной причиной смерти Мирошниченко называют полиорганную недостаточность, которая возникла из-за септического шока. Простыми словами, тяжелая инфекция дала настолько серьезные осложнения, что артериальное давление актрисы критически снизилось, а некоторые ткани организма практически не пропускали кислород. Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита. Воспаление внутренней оболочки сердца. Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла, область головного мозга, добавили в больнице. Известно, что актриса лечилась дома и поздно обратилась к врачам. Врачи несколько дней боролись за жизнь актрисы, но спасти ее не удалось. Ирина Мирошниченко известна по своей театральной карьере с 1965 года. Она работала на сцене МХТ имени Горького. Также она снялась во многих фильмах, в том числе «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось», «Андрей Рублев», «Зимняя вишня», «Прощание». С Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа. Светлая память артистке.